спите. Микрофон на передаче? Есть, сразу слышу тебя. Да, работает. Ген, я это сам. Вань, я слежу. Эй, коллег! Значит, передай обнаружено. Подробности по телефону. Как понял прием? Мы уже боимся, кажется, 91 года. Взрывы, убийства. Я думаю, что люди, наоборот, уже привыкли. Я уже, например, отношусь к этому спокойно, делаем свою работу. Вот. А так, ну да, всплески есть. Но угрозы взрыва, они, знаете, приходят больше на 1 сентября. Там особенно там дети балуются. Вот. А серьезные? Ну, серьезные, вон, сами знаете, чтобы позавчера было. Я не торопился бы с выводами, и та информация, которая вбрасывается о чеченском следе, на мой взгляд, пока преждевременно, еще раз подчеркиваю, должно пройти несколько дней, пока мы проанализируем всю имеющуюся объективную информацию, показания пострадавших, расставим людей, кто где и как стоял, проанализируем материалы, и будут допрошены все сотрудники службы безопасности, тогда можно будет делать какие-то выводы.